Доброе утро, уважаемые друзья, подписчики. У нас сегодня третий день работы над зоной выгула нашему братишу и остальным питомцам. Вот Сергей встал с утра пораньше, я чуть-чуть попозже встал, он не разбудил меня. Сейчас вот начинаем трудиться, так что будем прогресс делать по этой зоне глобальной. Каждый день будет заметно, какая выполнена работа большая. Ну все, всем удачного дня, настроения и крепкого здоровья. Сейчас подкормим немного наших питомцев. Не торопись. Косточки от утки. Хватит. Это мой палец, не кусайся. Все, все. Вот чуть-чуть их балую. Картошки им вот специально приготовили. Умка! На. Так, а умочки лучше такие пока что не давать. Хотя вот этот можно дать. Знаете, еще малыша. Вот такая вкусная картошка. Умочка. Вот. Не хотят, что ли? Ну, нахуй. Нам это. Кушай, кушай. Умница. Хотелось? Ой, красава. На. Тайга! Иди сюда, тайга. Тайга. Такая позиция у Акелы интересная. Проголодались. Чисто так, немного вкусняш. Ну, теперь можно погладить их по чуть-чуть. Акела, смотрите, как достается. Там уже начали работать сегодня. Уже неплохая работа проделана. Это я так пришел поснимать животных, их подкармливаем. Чтобы для разнообразия. Пойду дальше. Трудиться. Все, все.
Приехал к нам большой самосвал. Андрей заказывал нам вот такой бой. Сейчас будем выгружать. Сергей показывает, куда осуществить выгрузку. Провода не заденет. Нормально, не должно. Да нет, должно, все нормально. Давайте, давайте. Стало ужас. Вот и все, выгрузили. Опа! Все хорошо. Можно, да, потихонечку, если. Отлично. Нами все отлично. Сергей сразу же принялся за работу, видите, разравнивать будет площадку здесь повсюду вот этим боем. А я пойду сейчас ветки перебирать, корни в сторону откидывать, чтобы потом Сергей приехал и сразу же было все готово. Пойдемте трудиться. Друзья, вчера было очень много комментариев и отзывов по поводу несоблюдения правил безопасности по форме нашей одежды. Вчера было очень жарко, солнце пекло. Вот, и пришлось одеться совсем по-легкому. Сланцы, шорты. Но сегодня, видите, совсем другая погода, похолоднее и совсем другой внешний вид у меня. Кирзовые сапоги и штаны. Спасибо большое, то, что вы переживаете, то, что я там могу пораниться. Но вчера была совсем погода жаркая. Это издержки нашей работы. Вот Томка первый раз на прогулке, на поводочке. Грызет его, не может понять, что это за веревка. Все изучает, нюхает цветочки, все ему интересно. Пойдем, Умочка. Милый мальчик, пойдем. Пойдем, пупсик. Славный парень. Шагай. Вот он, красавец какой. Мордочка великолепная. Аккуратненько там. Мальчик, красавчик.
маленький такой. Вот, все вперед меня ведет уже наконец-то. А то все время сзади шел. Устроил себе перерыв в лаунж-зоне под покровом. Молодец. Гуляет хорошо, нюхает, обнюхивает, идет по своим следам назад. Сообразительно очень. Где твоя мордочка такая милая? Совсем под травой весь. Почти что я с Сергеем все уже закончили здесь работу. Уже 7 часов вечера. Видите, какая широкая просека сделана. Правда, в 2 шире, чем те. Вот такая. Пока что Сергей там боем занимался, с колом, который привезли на самосвале большом. Я тут все перебирал. Ветки все, деревья, корни. Посрубал здесь тоже многие всякие кустики. Вот как-то так. Сейчас дождь уже начался. Как раз закончили. Пойдем отдыхать. Сейчас Сергею помогу. Здесь просто нужно снимать всю работу. Сергей, сейчас я с вами. Все, не мучайтесь.